Добрый день, Руслан Романович. Поздравляем вас с победой с командой Анжи Сити. Сегодня вы выиграли первую игру плей-офф. Что можете сказать по поводу этой игры? Да, добрый день. Хочу сказать, что команда была очень вязкая, тяжело было играть, особенно когда реально чувствуется, что ты играешь в одну сторону. Прессингуешь полностью, команда садится в оборону, противоположно, соответственно, соратники тоже чувствовали, что прессинговали, играли атакующий футбол. Очень много моментов, которых мы не реализовывали, даже доплоть до того, что просто ворота не было. Мы не использовали свои какие-то моменты, нужно пользоваться всегда. Что вы ожидали от этой игры и как вы были настроены? Честно сказать, я не ожидал такой игры, так как команда подготовленная у нас и дисциплинированная. Сегодня где-то эмоции зашкаливали, где-то игроки где-то были потеряны, не сконцентрированы. Позиционно играли, вроде бы собраны, чувствовали, но все равно не реализация оставляет себе задуматься. Серьезный ли был соперник? Я вообще считаю, что команда, которая дошла до плей-офф, она уже серьезная. Несерьезных команд не бывает. Просто где-то мы упустили свой шанс, соответственно, чем мы расстроили сами себя, и даже если это поможет, есть над чем работать. Спасибо большое, Руслан Романович. Хотели бы вы что-нибудь передать болельщикам? Да, конечно. Болельщикам Хазар Лантиран я отсюда приветствую вас всех. Спасибо большое, что за нас болеете. Даже сегодня приезжали, смотрели. Очень приятно. Если даже мы далеко находимся в России, нас поддерживаете. Нам очень приятно. Нам нужна ваша поддержка, ваше присутствие. Это нам помогает играть лучше. Это стимул для нас. Мы идем и выигрываем. И мы идем к чемпионству. Надеюсь, обрадовать болельщиков и в дальнейшем радовать победами. Спасибо еще раз большое, Руслан Романович. И поздравляем вас, конечно же, с победой. Всего спасибо доброго. Большое. До свидания. Добрый день, Руслан Романович. Хотели бы задать вопрос по поводу вашей команды «Хазар Ленкоран». Это основной состав, либо это второй состав, который играет в Urban Cup? Да, добрый день. Конечно же, вопрос очень много задают нам, какая это команда, первый состав, либо основной. Сразу вам хочу сказать, что это второй состав «Хазар Ленкоран», который играет в Urban Cup. Соответственно, сейчас мы идем на первом месте. Для нас будет стимулом выиграть. Основная команда «Хазар Ленкоран» будет в октябре начинать первую тренировку, то есть в конце сентября. Какие дальнейшие цели у команды и, может, что-то поменялось? Да, конечно же, команда, второй состав, опять говорю, Хазар Ланкеран должен играть, где сейчас играет, соответственно, в Urban Cup, где мы располагаемся, на первом месте идем чемпион. А первый состав только будет начинать в секции А играть. Для этого тренировочный процесс возобновится с числа 1 октября. Мы уже начнем на тренировочном процессе заниматься. Также добрый день хотели бы сказать капитану команды, это Ильнуру Бабаеву. И хотели поинтересоваться, что вы можете сказать по сегодняшней игре? Сегодняшняя игра, мы поздравляем тренера Руслана Романовича. Сегодня мы играли хорошие, у нас все ребята, все хорошие играли, одну ворота играли. Первый тайм что-то у нас, что-то не получилось, первый тайм 0-0 закончился. Ну и второй тайм мы решили все вопросы и играли хорошие. И идем дальше. Спасибо вам большое. Спасибо. Желаем также дальнейших побед вам.